начиная от обыкновенного автомата, автоматические гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, что дает солдату понять, как ему необходимо взаимодействовать со своими товарищами на поле боя, кто кого должен прикрывать, в какой момент он должен перемещаться и так далее. На выдохе выстрелы! Во! В принципе, мы готовы выполнять задачи, поставленные нашим руководством. Для этого есть у нас офицеры. Поставить задачу, будем выполнять. Сам готов полностью. Все. Для этого мы и созданы, чтобы служить нашей Родине.